Друзья, всем привет! Сегодня хочу испробовать с вами вместе концентрированное средство универсальное от Faberlic серии Дом для кухонных поверхностей. Вот посмотрите, у меня плитка мечта с духовкой, все. Я вот готовила борщ, и посмотрите, вот как неаккуратно у меня вот брызги, капли, все вот так вот здесь вот тушилось, готовилось, такие вот остались следы. Жировые, свекла вот, такие вот остались следы. Как же мне теперь от них избавиться? Вот я сейчас хочу испробовать вот это средство. Уже, как говорила Faberlic, мне не нравятся вот такие вот закрывашки. Очень неудобные. Я на автомате пользуюсь, конечно, ей. Открываю, закрываю. Но средство, когда капаешь на губку, то оно течет, постоянно протекает. Очень неудобная эта крышка, очень. Поэтому лучше всего ее откручивать. Сейчас я вам это покажу. Лучше всего вот откручивать. Просто обычная вот крышечка откручивается. Вот, пожалуйста. Средство. Вот. Это средство. Этим средством я пользуюсь им очень давно. Оно очень приятно пахнет апельсинчиками, цитрусом. Ну вот сейчас с вами вместе продемонстрирую, как же оно справится вот с такими вот пятнами жировыми. Ну что, поехали, друзья. Для этого мне понадобится обычная губка, у меня новая. Я смочу ее простой водой. Смочила водой. Открываю средство. Извините за мой маникюр. Не успела сделать. Ну, сейчас не об этом. Сейчас все-таки, смотрите, какие средства. Мыльные пузыри. Вот оно, таким средством. Ой, очень много я наливала. Ну, ничего страшного. В принципе, нам столько и, наверное, понадобится. Конечно, можно меньше, оно же концентрированное. Ну вот, я его не жалею. Просто вот так вот. Влажная у меня, напоминаю, губка. Вы видели, да, какая была плита. Хочу сказать, что плитка довольно-таки не новая. Ей уже, наверное, больше 10 лет. Примерно так 12, может быть, 13. Честно говоря, не знаю, когда ее купили. Пользуемся ей активно. Пользовался мой отец. Вот здесь вот, конечно, жировые пятна сильные. Они только металлической щеткой убираются, и то не до конца. Но сейчас не о них, потому что грязь в этот металл уже въелась. Вот сейчас о простом жире, которого уже нету. Друзья, посмотрите, уже все. Я ничего не теру, я просто вот так вот застарелые, не застарелые, все вот просто вот так вот с вами разговаривая, вам показывая средства, все уже помыло. Да, это средство вот на эти застарелые жиры. Оно не действует, поэтому я даже с вами не буду тратить время и
не буду наносить средства и 5 минут выдерживать, они никуда не исчезнут. Ну, может быть, и буквально чуть-чуть. Данное средство не подходит для вот таких вот застарелок. Нужно здесь другое средство для духовок и плит. То средство, да, оно то справится с этим. Но это уже будет в следующем моем видео. Поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте, пишите свои вопросы, пишите свои пожелания. Так что вот. А на сегодня, на сейчас средство концентрированное, универсальное для кухонных поверхностей отлично справилось со своей работой. Потому что ежедневно мы, хозяюшки, готовим на кухне какое-то приготовление пищи, естественно, при жарке, при варке что-то у нас убегает, что-то у нас брызгает, кипит, шелестит здесь, и остаются различные капли, которые простой водой и простым мыльным раствором, конечно же, не убрать. А для того, чтобы ваша плитка оставалась красивой долго, вот, нужно за ней ухаживать и следить. Я считаю, что вот эта плитка, она служит нам больше 10 лет. Считаю, что она в отличнейшем состоянии. Вот эти, конечно, жировые следы я уберу металлической губкой с другим средством. Ну что, друзья, увидимся в следующих моих обзорах. Друзья, чтобы найти на сайте Faberlic данное средство, нужно в поисковике, в любом, в котором у вас есть, найти. Сначала Faberlic сайт. newfaberlic.com. Это официальный сайт. Я зарегистрирована, поэтому вот захожу, сразу меня приветствуют. Нажимаем на полосочки. Поиск. В поисковике вводим артикул. Мы знаем, что 11218. Нажимаем поиск. У нас найдено. Вот оно, наше средство. Концентрированное средство, универсальное для кухонных поверхностей. Нажимаем на него. Друзья, я вам все это демонстрирую с телефона. Вы также можете зайти по этому же принципу и с планшета, и с телефона, и с компьютера, с ноутбука. Смотрим. Средство для кухни универсальное, концентрированное, экспертное очищение. Серии Дом Faberlic. Есть в наличии. Стоимость 250 рублей. Она зачеркнута, потому что сейчас проходит акция. И это средство можно приобрести за 209 рублей по цене каталога. Так как я зарегистрированный пользователь, вот уже более 4 лет, поэтому для меня стоимость 167 рублей. Так, баллы будут накапливаться. Если я это средство приобрету, то у меня будут баллы в количестве 2,23. Далее, купить можно сколько вам хотите такое количество. Это можно уточнить, сейчас об этом я вам не буду рассказывать. Далее, подробнее о товаре. Описание. Концентрированное универсальное средство, экспертное очищение, создано специально для эффективного удаления жира и грязи с большинства моющихся поверхностей кухни. Благодаря своей особой формуле, оно обеспечивает быстрое, мягкое и тщательное очищение, при постоянном использовании гарантирует более легкое удаление новых загрязнений. Средство экономичного использования и характеризуется пониженным пенообразованием, что обеспечивает легкость его смывания и отсутствие осадочных следов, даже на блестящих поверхностях. Экспертный взгляд на чистоту. Рекомендовано для очищения столешниц, фартуков, столов,
полок, вытяжек и другой кухонной мебели из различных материалов, пластика, включая глянцевые покрытия, плитки, керамики, фарфора, стекла, натурального камня, холодильников и свечи, печей, то есть микроволновок. Максимальное удаление кухонной грязи и любых пищевых, масляных и жировых загрязнений. Бережно к пластиковым, натуральным и другим деликатным поверхностям. Не оставляет разводов, легко смывается, облегчает последующее очищение, эффективно устраняет характерные неприятные кухонные и пищевые запахи. Бережно относится к коже рук, возможно использование без перчаток, имеет нейтральный уровень pH. Друзья, вы же видели, я на видео продемонстрировала, что я пользуюсь без перчаток. У меня имеется аллергия на бытовую химию, и на данное средство у меня аллергия никак не проявляется. То есть можете пользоваться без перчаток, безопасно. Далее, имеет приятный цитрусовый аромат с нотами сладкого грейпфрута, подходит для ежедневного применения, биоразлагаемо, без хлора и других агрессивных компонентов. Самое главное для меня, вот, может быть и для вас, друзья, что без хлора. У меня на хлорку очень сильная аллергия. Я в этом году, 2020 года, в августе месяце, чуть ли от этой хлорки не умерла. Такая аллергия на меня напала. Поэтому вот сейчас, особенно сейчас, хоть я знакома с Фаберликом более 4 лет, но вот я по своей глупости решила воспользоваться хлоркой, белизной. И очень сильно пострадала, очень долго лечилась, восстановилась. И сейчас я не отступаю от рекомендаций аллерголога и терапевта. Хлорку больше не использую и не рекомендую. Потому что если у вас вдруг и не было на нее никакой аллергии, то, возможно, она приобретется. Да, вот, например, у меня приобретенная аллергия. Никогда на хлорку не было никаких раздражений. Вот в этом году резко появилась, и причем, что я чуть не отбросила свои, извиняюсь за выражение, ласты. Поэтому данное средство биоразлагаемо, без хлора. Это очень для меня важно. И я думаю, что важно это для большинства людей. Особенно еще для тех, у кого дома маленькие дети или животные. Потому что хлор, он не только вреден, если к нему прикасаться. Допустим, вот когда у меня проявилась аллергия, я же не трогала эту хлорку, белизну. Я надышалась. Даже используя какую-то там масочку, как-то защищая защитную масочку, все равно. А здесь можно без проблем дышать, рядом будут находиться дети или животные и так далее. Ну, в общем, безопасно, как для детей, так и для животных. Вот, срок годности 24 месяца с даты изготовления указанной на упаковке. Также есть свидетельство о государственной регистрации, можно перейти по ссылочке, но мы этого делать не будем. Есть сертификаты, подробнее можно ознакомиться с этим товаром, покупая. Ну, если вам интересно, вы сами можете зайти на сайт и вот дополнительно подробненько ознакомиться. А сейчас вот описание. С описанием мы познакомились. Сейчас нажимаем на состав. Здесь написано все на русском языке. Самое вот хорошее, что мы берем какое-либо средство в том же магазине Магнит, в том же магазине Пятерочка, Скорпион и так далее. Там что написано? Неизвестно. На каком там языке? На латинском, на английском или еще на каком-то? Попробуй разберись. Без интернета очень сложно. А здесь даже человек, который ничего не понимает в этих составах, зная элементарно свой родной русский язык, можно ознакомиться. Смотрите в состав. На первом месте вода. 5-15% НПАВ на основе кокосового и пальмового масел. Менее 5% цитрат натрия, полимерный эфир, ксантановая камедь, отдушка, консервант, косметический краситель. Ну, подробнее о каждом компоненте вы также можете ознакомиться в интернете. Я не специалист, поэтому просто прокомментирую, что
По моему мнению, на мой взгляд, состав очень положительный и очень хороший. Вы можете согласиться или нет. У каждого свое мнение. Можете подробно про каждый компонент прочитать, потому что здесь не нужно гадать, отгадывать, что за компонент. Просто можно вот зайти на сайт, скопировать какой-то компонент, вставить в поисковик и найти про него данную информацию. А мы дальше пройдемся. Нажимаем на характеристики. Объем 500 мл, страна производства Россия, серия Дом Фаберлик, изготовлена по заказу Фаберлик. Так, как применять? Возможно использование средства в разведенном виде, пропорции от 1 до 2. От 1 к 2, да, от 1 к 5. Для удобства применения используйте флакон для разведения с триггером-распылителем. Есть артикул, можно перейти по нему. Если вы у вас дома, вы пользовались когда-либо Фаберликом и у вас остались флаконы от освежителя воздуха, я вам рекомендую это средство разводить и в данный флакончик от освежителя воздуха, любого, неважно в каком вы году заказывали, потому что очень старые распылители, они немножечко по-другому выглядят, но тоже ими удобно пользоваться, так же, как и новыми. Так что не обязательно тратиться и покупать дополнительно распылитель. Но кому нужно или у кого нету, тот может, конечно, приобрести. Очень удобно. Для удаления застарелых жировых пятен или засохшей грязи рекомендовано использовать в более концентрированном виде. После нанесения при необходимости оставить на 1-5 минут, затем очистить поверхность, протерев чистой влажной тряпкой или губкой. Не допускать длительного контакта со средством при очистке поверхности из дерева, алюминия, а также окрашенных, лакированных и поверхностей из неизвестных материалов для натуральных и глянцевых покрытий. Предварительно опробовать на небольшом незаметном участке. В разведенном виде средства характеризуется большим пенообразованием, чем в виде концентрата. Вот. Мера предосторожности. Использовать только по назначению. Хранить в плотно закрытой упаковке, отдельно от пищевых продуктов, в недоступном для детей месте. Осторожно. Может причинить вред при проглатывании. При проглатывании прополоскать рот водой. Но я надеюсь, друзья, никто глотать это средство не будет. Старайтесь его подальше убирать от животных и от детей. Потому что там крышечка, нет такой защиты, чтобы закрыл. И, допустим, если ребенок найдет эту бутылочку, он ее открутит, так открутит. Так что убирайте все такие средства подальше. Избегать попадания средства в глаза. В случае попадания средства в глаза, немедленно промыть их чистой водой. При необходимости обратиться к врачу. Но тут ничего сверхъестественного нет. Ну вот, друзья, мы подробно ознакомились с данным средством. Я вам показала, как вы можете сами дополнительно найти это средство или какое-либо другое. На сайте Фаберлик очень легко и просто это делать. Спасибо за внимание. Всем здоровья, счастья, любви, новогоднего настроения. Делайте подарки близким. Покупайте Фаберлик, делайте заказы, чтобы вам это было не накладно, а экономно. Регистрируйтесь в Фаберлике. Ссылочку под описание я оставлю для регистрации. Регистрация бесплатная. Самое главное, что зарегистрировавшись, вы можете купить какой-либо товар от 1000 рублей в течение 6 месяцев. Допустим, сегодня вы зарегистрировались, и вы можете, у вас есть время на раздумья 6 месяцев. И одноразово нужно будет оплатить минимум на 1000 рублей. Вот. После этого, как вы один раз купите какой-нибудь заказ, сделаете, то после с этого момента до следующей покупки у вас есть год, для того, чтобы вас система не удалила. Первый раз нужно зарегистрироваться и оплатить в течение 6 месяцев, чтобы ваш номер активировать. А вторую покупку можно сделать
чтобы не больше года прошло. Замечательно же. То есть можете думать, набирать, какое средство вы захотите, и в течение нескольких месяцев один делать заказ. И далее так раз в год, может быть, чаще делать заказы, чтобы вас система не удалила, чтобы вы остались зарегистрированным пользователем и получать различные продукты, различную продукцию от компании Faberlic намного дешевле, не по ценам каталога, а по ценам также будет у вас написана ваша цена. Плюс получать баллы, и за баллы вы тоже можете приобретать продукцию. Но об этом уже в следующем моем обзоре. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, пишите свои пожелания, впечатления, вопросы. Всего вам доброго, друзья. Пока!